Байтикуп Гагарин – большой праздник. Здесь отметили не только День космонавтики, но и закрытие ежегодного фестиваля «Севастополь космический». В этом году он собрал несколько сотен участников. Среди них не только взрослые, но и дети. В течение 10 дней они участвовали в тематических мастер-классах, интерактивных играх, научно-технических конкурсах и даже в цифровой олимпиаде. А вот формат битвы ученых прошел в первый раз. У нас стартует новое мероприятие. Мероприятие очень интересное, предложенное детьми, одобренное нашим губернатором. Это битва ученых, где ребята будут в необычном формате, в формате стендапа, рассказывать о науке и о космосе в том числе. Ну, в основном о космосе как раз. То есть ребят будут судить как стендаперы, как и сотрудники отрасли, так и, конечно же, актеры. То есть чтобы детям, задача детей доказать, что наука это очень интересно, а космонавтика, космонавтике можно говорить понятным и простым языком. Поздравил участников фестиваля и космонавт Олег Скрипочка. Он вручил победителям памятные призы и подарки. В этот день каждый смог пообщаться с покорителем космоса и задать ему любой интересующий вопрос. В основном, конечно, интересуют такие детали быта, космического быта, как жить, работать, как питаться, чем питаться. Были также вопросы о психологическом состоянии космонавта во время полета. Ну и, конечно, вопрос о том, как стать космонавтом, что для этого нужно. Судя по тому, сколько было интересных вопросов, сколько мотивированных ребят, сколько там горящих глаз я сегодня увидел, то я думаю, что у нас в этой отрасли очень хорошее будущее. Завершился фестиваль большим семейным квизом. Дети вместе с родителями в дружеской атмосфере ответили на вопросы о таком далеком и еще не до конца изведанном космосе. Владислав Ивинин, Дмитрий Сидоренко, новости Севастополя.